Hey, okay, с вами Шумики, и это у нас игрушка. Я ненавижу эту игру, либо как-то так. Ага, мне нужно нажать install. Ну, типа, выключил вебку. Где музыка, алло? Таков! Это покебол? Окей, install. О, звуки есть, ништяк. 16:00? Не, нихера, все вранье. Погружаемся. Выполнено. Типа, знаете, чего это, блядь? Я ненавижу эту игру. Это что, блядь? Ты что, херю? И здесь подрубаю все. I hate this game. Так, надеюсь. Оу, Амазон там. И херячит, пойди громко. Прикиньте, так сыграть. Будет жестко, мне кажется. Так, настройки. Русский язык. Принять. Странно то, что было написано, что там на английском, но игра сама как бы сейчас и на русском. Поехали. Обычный эксперт секретный. Давайте пойдем в обычку. Выбор уровня. Хотя, подождите. Почему-то мне кажется, что очень громко орет музыка или нет, или мне кажется. Вот опять английский, почему? Алло, why? Why English? Why English term, please? Статистика всего смертей, окей, хорошо, поехали, ладно. Первый уровень, всего там должно быть около 100 уровней, если верить описанию игрухи, поэтому по 25 уровней на серию. Плюс эксперт уровни. Управление А, Д, Р, рестарт. Пробил прыжок, спойлер, так, спойлер, иногда тебе придется использовать мышку. Спасибо, Кэп. Вау. Чё, блядь? Стой, рестарт. Я туда вошел, там что-то было. Ладно. А твоя задача пройти все уровни, каждый уровень новая задача. Стены охраняют секреты. О, ништяк, секреты. А здесь не очень удобные прыжки сделаны. О, боже. Ладно, спидран. Подвинь что-нибудь. Типа мышкой. О, магическая дверь. Это, знаете, есть мобильная версия, короче, игр. Спасибо. Еще 6 3 9. 6 3 9. 8 9 8. Короче, 8 8 8 8 9 8. Изи. Операторы. Так, типа переключателя. Оу. Жизнь получилась. Я думаю, нужно сначала на ту сторону перейти, чтобы сделать. В принципе, здесь у нас цепь. Чё, блядь? О, дверь открылась. Рисуй. Ничего себе. Ребят, я знаю, что я нарисую. Это мост, да? Вот это все мост у нас. Все задумано. Вот так. Вот так. Вот так, да? Вот так все это. Все было задумано.
чик. Ой. У нас пошли какие-то непонятные вещи, ладно. Походу. Ладно, сделаем другим образом. А если сделаю так? Не скатуйся. А только ты можешь покинуть эту комнату. Ну, я понял, это типа нужно... Или нет? Да, понял. Ха-ха-ха. Ракеты. Сложненько, ладно. Тайминги, Миши! Так, ползунки. Ну, я не думаю, что здесь что-то сложного. Попробую заново. Рестарт. О! Так, ну это лайк. Ну, у нас в основном лайки, да, с вами. Я надеюсь, будет игру хорошо слышно. А потому что музыка очень сильно орёт. Так, я, по идее, могу на туловище запрыгивать. О, готово. Вау, мы мышкой управляем? Блин, жалко, что мышку видно у меня на экране. Так, тихо. Оп. Готово. Вот это 2D. 2,5. Частота. Здесь что-то вообще звука нету. Можно, пожалуйста, звуки? Или вот это, подождите. О! Это странно, то что два у меня было нерабочих. Удвоенный. О. О. А, двойной прыжок. Так, грани. Ну, это одна грань. Подождите, одна грань. 5 граней. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, здесь всего 6. Ясно. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, стрелки. Сразу на ту сторону. А, типа больше равно, да? Нет, вот это. Так. Два. А, нет. А, вот все стоять. А, лабиринт. Рип. Я... Что за хрень? Я даже не коснулся. Тихо. Я ж не касаюсь его. Он, знаете, типа, двигается. Он не успевает за мышкой. Он с основанием двигается. Так, тихо. Оп. Оп. Как?
KPI уменьшить на мышке. Тихо. Фу. Готово. Все. Ладно. Давайте с такой. Это я поставил самую маленькую, которую можно мне на мышке. Но заметьте, как оно плавно, да, идет. Теперь вернуть скорость. А, ну, копатель офлайн мы... Я играл в копатель. Ой, он может только под себя доломать. Правая кнопка мышки — это строить. А, выделение. А ну-ка, удаляется оно? А, оно еще плюсы удаляется. Ничего себе. Ты, Бен, иди домой. А? А, Каев. Ай, блядь. Короче, нужно, когда оно... Вот такое. Попытаться. А он... Инвалид, что ли? Так, понимаете, даже по самому уровню так скользит. Он не хочет. Ладно, рестарт. А, то есть я так сразу не могу. Давай, исчезай, появляется. Есть. Держи. А. F или А. Вот это что за кнопка? Я ни хера не понял. Как? Что? Я понял. Я все понял. Изи. I hate this game and I give a matchman. Ох, черт. Это двоичная система, что ли? А ну? Нет. Можно прыгать?
Ладно, I hate this game. Сколько ты делаешь-то? Google в помощь. Подожди. I hate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Уже не то. Ай, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ай, хэт. Один, два, три, четыре. Один. 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 Give. Give me that code. Я понял. Ребят, я сейчас все понял. Сейчас мы это все сделаем. Так, I hate this game. .net. Ой, так, game. .net. Черточка. Иви. Так, give me the кодом .html. Ага. Так, секунду. Два, три, семь, восемь, пять, четыре, шесть, один. Изи. Возвращаемся в игру. Два. Два, три. 7, 8, 5, 4, 6, 1. Мне нужно было зайти на сайт, чтобы закончить. Создавай. Так, а как у нас человечек был? Немножечко. О! Изи-изи-изи! О! Хо-хо! Как так? Или слева направо? Давайте я все включу. Я понимаю, что здесь два включенных, один выключен. Давайте наоборот попробуем. Так. Нет. Окей, тогда два включенных. Давайте вот так сделаем. Два включенных.
Так. Нет. Да. Вот таким вот образом. Тоже нет. Откуда куда? Я не понимаю вот этого. Давайте-ка тогда снизу вверх. Так, снизу вверх, значит. Так. Эти тоже включены. Вот эти два выключенных. Тогда не врубаюсь. Тогда я не врубаюсь. Ложно. Вот это выключено. С той стороны вот эти два выключенных. Ну как-то так. Я и так уже попробовал, как бы. И слева направо. Может как-то здесь это клацается? Нет. Оно тут еще плюс меняется. Рандом. Да, я понял, что должно быть как здесь. Типа, кто-то включенный, кто-то выключенный. Но мне нужно понять, кто здесь выключенный, а кто включенный. Давайте сделаем так. Так, подожди, мне наоборот нужно. И эти включенные. Не понимаю, давай подсказку. Включено, выключено. Вон она как, тю. То есть у нас здесь наоборот. Чё, блядь? Окей. Что не так с курсором? Он слишком огромный. Изи. Ну что, давайте тогда на этом закончим. В следующей серии... Это уже 27-я? Окей, играем дальше. Нажми Е, чтобы открыть. Вы все так же можете войти. А теперь... Сделайте... что-нибудь. Ну, я нажимаю, и что ты делаешь? Может, рестарт? Нет. Вот оно что. И как вы на это смотрите? Она меня блокирует проход, алло. Камон. Хотя... Я могу сделать так. Вот так. Сделаю перерыв. А, стоп поставить. Продолжить. Не понимаю.
типа мне нужно поспать, типа ничего не делать. Давай ничего не делать. Окей, давайте тогда по-другому сделаем. По 33 уровня. Либо по 30 уровней. О, у меня дверь открылась. Я только это заметил. Посмотри внимательно. О, тихо. 7. 1, 7. 1, 7 вижу. 1. 7. Шесть. Ноль. 1, 7, 0, 6. Цифра меняется? Да, 0. Ноль. Нет! Два. Пять. Пять. Восемь. Надеюсь, хотя бы порядок будет правильный. Нет, ой, фух, я ой. Гравитация. Блять. Ну, гравитация мне почти не помеха. Теперь я понял. В чем здесь сложность заключается? Опа! Вау! Нажми ты, если хочешь скрыть подсказки. Открыть, открыть подсказки. Вот, вот это прикольно. Ха! Так, мышки им что-то мешает. Нет! Боже. Что за бред? Я же допрыгнул там. Мне же разбег нужно. И он не прыгает. Что за бред? Тихо. Есть. Изи, 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 изи. 33. Так, это я понял, уменьшать. Готово. Так, спокойно свою любимую фразу. Скопирую свою любимую фразу. Не понял. Ладно, давайте, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.